кто должен вывозить строительный мусор, как поступить, если в обязанности регионального оператора не входит утилизация такого вида отходов. Вопросов у жителей много, но на все есть ответы. Если кто-то из жителей в многоквартирном или частном доме затеял ремонт, то он не имеет права вынести образовавшийся мусор на придомовую контейнерную площадку. Необходимо обратиться к легальным перевозчикам, которые доставят отходы на вторичную переработку. В баки и контейнеры у дома запрещено выбрасывать строительные смеси, кровельные материалы, доски, бревна, оконные рамы, кирпичи и керамическую плитку. Такой мусор запрещено складывать в контейнеры. Эти отходы могут повредить мусоровозы при погрузке и транспортировке или нанести вред здоровью человеку и окружающей среде. Чтобы вывести строительные отходы, необходимо позвонить по номеру 122 или оставить заявку на портале стройотходы.рф. На сайте представлены компании со специальной лицензией для вывоза крупногабаритного мусора. Здесь нужно указать адрес и тип отходов. Контейнер, по факту приезжает контейнер и едет на полигон на утилизацию. Строительный мусор грузится в мешках. Нужно помнить, что неправильная утилизация строительных отходов влечет за собой наложение административного штрафа. Для физических лиц – до 70 000 рублей, для юридических – до 200 000 рублей.